Всем привет! Компанию Softline вызвали на Ice Bucket Challenge. И красноярское представительство с гордостью принимает этот вызов. Красноярск, температура воздуха 10 градусов, воды около 3. И мы это сделаем. Мы вызываем со своей стороны своих партнеров. Это крепость Красноярск, Монолит Холдинг и ОСС Восток. Сейчас мы насыпем лед и сделаем это. Ну что, Софлайн? На счет 3! 1, 2, 3! Компания Softline из Санкт-Петербурга принимает вызов от наших коллег. Это компания EpiCloud, компания Netflix. Мы будем участвовать в этом конкурсе Ice Basket Challenge. И обязательно переведем деньги в фонд «Подари жизнь». Также мы хотим поблагодарить тех ребят, которые предоставили нам этот замечательный лед. Это Love Cafe, которое находится в Питере. Ну, и передать наш челлендж нашим друзьям Microsoft в Санкт-Петербурге, Касперский в Санкт-Петербурге. Кого еще? ESET. ESET в Санкт-Петербурге. ESET будет сниматься здесь. You're just a chance I take to keep on dreaming. Это Ice Bucket Challenge. Температура воздуха в Екатеринбурге сейчас 13 градусов. Мы находимся на берегу реки Есеть и будем брать воду именно отсюда. А в реке Есеть, как я думаю, сейчас не более 10 градусов. Но мы не боимся ничего, мы бодрая компания, и поэтому берем отсюда воду. IT-компания, поэтому мы снимаем наш Ice Bucket Challenge на единственном памятном температуре в мире, то есть Мы решили
хотели отправить деньги в фонд «Помоги детям», вы можете присоединиться к нам, отправив смс на номер 5162. Например, написать 200 РМ и на номер 6162. Это Ice Bucket Challenge, и мы передаем эстафету компании СКБ «Контур», УЦСБ и компании «Хост». Stop the storm. Oh baby, it's out of my control. It's cold.